загрунтовал своих друзей белым грунтом. Теперь беленькие стоят, красивые. Использовал белый грунт, так как краска будет металлик, да еще и такая, полупрозрачная. Чтобы хорошо легла, думаю использовать белый цвет. Вообще желательно зеленую подложку нанести. Ну, у меня нету краски. Еще одной банки, скажем так, дополнительной, чтобы совершить эту процедуру. В общем, получились такие беленькие станочки. В принципе, выглядят неплохо, довольно-таки гладкие поверхности. Ну, не так, как в автомобиле, но все-таки для станка очень даже ничего. Нарядные ребята получились. Аж хочется приступить к окраске скорей. Как же оно получится? В общем, как я и говорил, тут главное хорошенечко зашкурить все и обезжирить. Чтобы получилась такая красота. Ну и также это грунт-наполнитель, можно его еще подшлифовать перед нанесением краски. Будет еще глаже. Ну вот уже подсыхает. Уже скоро можно будет защищать. Пару подтеков у меня тут кое-где есть. Вот как раз, когда они высохнут, тогда и можно будет зашкуривать и наносить краску. Решил заснять видео. Навряд ли когда-то я их еще буду красить. Поэтому пока такие они белые, нарядные, решил их заснять на память. Да и плюс, может, кто-то еще со мной вместе порадуется. Все-таки приятно, когда восстанавливаешь оборудование, уже видавшее много на своем веку. Ну, кстати, НГФ, он еще ничего себе так. А токарный, конечно, поюзанный. Ну вот и все. Ждите следующего видео уже с покраской. Всем пока!